30 секунд свободного падения со скоростью 200 км в час. Падать камнем, не раскрывая парашют, а затем точно приземлиться. Так проходят учебные сборы казахстанских военнослужащих. Зачем десантникам в небе холодное оружие и каков срок службы парашюта, узнал Динмухаммед Каликулов. Скорость тела парашютиста во время затяжного прыжка растет на протяжении первых сотен метров. Затем сопротивление воздуха возрастает, и довольно скоро наступает момент, когда скорость больше не изменяется. Движение из ускоренного становится равномерным. Самое главное после раскрытия купола парашюта – точно приземлиться на площадку размером 3 на 4 метра. Парашют может выдержать вес до 120 килограммов, а необходимый минимум – 50. Хрупкая на вид Айгуль Молдаалиева в армию пришла работать фельдшером. Но из-за неожиданного сокращения ее должности перевелась в спасательную службу. Сейчас она готовится совершить свой 195-й по счету прыжок с парашютом. Все хорошо, безопасно приземлилась. Я занимаюсь парашютным спортом 5-й год и работаю в парашютно-десантной службе, участвую в поисковых операциях. Я еще одна девушка, здесь самые легкие. Вес каждой из нас чуть меньше 50 килограмм. Казахстан не производит собственных парашютных систем для десантирования военных сил. Их закупают за рубежом и только в двух странах – Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации. Срок службы одного парашюта в среднем от 10 до 20 лет. Перед прыжками снаряжение тщательно проверяют. Любая, даже незначительная ошибка может стоить жизни. Общий вес экипировки около 17 килограммов. В комплект парашютиста также входит миниатюрное холодное оружие – стропорез. Проверяем наличие ножа. Нож для чего он предназначен? В случае перехлёста купола, запутанный строп, парашютист берет нож и его отрезает, да. В октябре на базе Центра парашютной подготовки вооруженных сил, который существует уже 5 лет, пройдут заключительные сборы. В перспективе военные планируют десантироваться вместе со служебными собаками. Но для этого необходимо закупить специальное снаряжение. Динмухаммед Каликулов, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.